Серия выпусков «Интересные факты». В духовном мире есть понятие «явление чуда». И говоря о блаженной Матроне Московской, это первое, о чем хотят узнать миллионы мужчин и женщин. Скольким людям помогла Святая Матрона, с какими просьбами к ней обращаются? Помогла родить давно желанного ребенка. В мае 2004 года мы, по благословению нашего духовного отца иеромонаха Варлаама из Троицы Сергиевской пустыни, приехали в Покровский монастырь помолиться у мощей блаженной Матронушки. У наших детей, Юлии и Алексея, долго не было ребенка. В браке они прожили 10 лет. Сколько было скорбей и молитв, сколько пролито слез перед иконами Господа, Матери Божией и святых угодников. И вот в 2005 году, 30 апреля, у нас родилась девочка, которую назвали Катенькой в честь святой великомученицы Екатерины. Веруем, что произошло это по молитвам Матушки Матроны. Милостью Божией в июне 2004 года Юлия и Алексей побывали в Синайском монастыре. Помолились у мощей святой Екатерины. Мы все очень благодарны блаженной Матушке Матроне за ее молитвы о нас, грешных, и веруем, что именно она помогла нам, так как УЗИ показала срок родов именно 2 мая, в день прославления блаженной. Слава Господу дивному во святых своих! Помогла найти хорошую жену. По ее святым молитвам я обрел собственное жилье в любимом районе Москвы. Нашел очень хорошую работу, о которой мечтать не мог. Матушка Матронушка помогла мне найти супругу. Я познакомился с замечательной девушкой. Мы начали встречаться, но меня мучили сомнения. Вдруг мне на самом деле не Господь послал, а я сам себе выдумал, что это так. От самодельных-то крестов надо бегать. Я вышел в один из обеденных перерывов прогуляться, молился Матронушке о вразумлении и, завернув за угол здания, практически уперся в свою будущую жену. Она, как оказалось, возвращалась из Покровского монастыря. Молилась там о том же, о чем и я. Михаил. Сухие розы дали свежие ростки. В 2012 году к нам в Красноярск привозили частицу мощи блаженной Матроны Московской. Люди стояли в очереди по несколько часов, чтобы приложиться к мощам. В этой очереди моя мама и услышала эту историю от медсестры онкологического диспансера. Эта медсестра давно почитает блаженную Матронушку, молится ей и несколько раз бывала в Москве у ее арки в Покровском монастыре. У них в диспансере лежала в тяжелом состоянии молодая женщина. Она умирала, а у нее оставалось 2 маленьких детей. Этой медсестре стало ее жалко. В это время получилось поехать в Москву, где она смогла поклониться блаженной Матроне и помолиться за эту женщину. В монастыре ей дали сухие розы, освященные на мощах святой, которые она повезла умирающей. В поезде ехать до нас 4 суток. Уже произошло чудо. Эти сухие розы дали свежие ростки, а когда приехала и передала их больной, та исцелилась. Матушка Матрона вылечила от тяжкой болезни. Хочу рассказать о чуде, которое со мной произошло по молитвам святой Матронушки. У меня не подтвердились анализы на ВИЧ, хотя сдавала анализы в разных клиниках, и результат был положительный. Но при повторном исследовании в Мониках анализ был отрицательный. Я за время ожидания жила в кошмаре. Я переосмыслила всю свою жизнь, конечно, просила о помощи Матронушку. Я пила ее водичку, заваривала лепестки, и как-то во сне она прошла через меня. Наутро я подумала, что должно быть все хорошо. Но разве это возможно, когда уже 2 результата были положительными? И до конца веры не было. Я оттягивала поход за результатами, ведь это был приговор. Идти все равно пришлось. Матронушка услышала мои молитвы. Она дала мне шанс в жизни исправиться и раскаяться. Я думаю, что это было чудо. Теперь во всех сложных ситуациях я обращаюсь к ней с молитвой. Она всегда поможет, если просит искренне и от души. И чудеса происходят почти каждый день. Раба Божия Фатине 30. Матронушка очень рано была удостоена даров прозорливости и исцеления от Господа, и к ней стали из разных уголков земли ехать за молитвами. И она помогала, утешала, советовала, исцеляла ходатайством Господу. Будучи сама невидящей и неходящей,
Она сострадала людям. Перед смертью блаженная Матронушка часто повторяла: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам».